Урок по тому, как пробить Мариинскую впадину, преподнесла опять самая великая держава на планете. Все российские СМИ раструбили новость о героической победе баскетбольного пермского клуба над сборной Колумбии. И все бы ничего, да? Крутой пермский баскетбольный клуб разгромил сборную Колумбии, если бы не одно «но». Баскетбольная федерация Колумбии, услышав такие новости, заявила, что вообще не в курсе ни о каком матче, что такого матча не было, и сборная Колумбии никуда не ездила. В общем, когда начали выяснять, оказалось, что действительно сборная Колумбии вообще не в курсе своего поражения и о том, что эта команда посещала Россию. В общем, когда Российская Федерация баскетбола прочитала, что ее обвиняют во лжи, они сказали, что сборная Колумбии приезжала, а заявление Федерации баскетбола Колумбии – это фейк. Дно, дно и еще раз дно. Сколько можно падать? Они все выдумывают. Выдумывают победы, выдумывают все абсолютно. Для чего? Понимаете, самое удивительное, для чего это придумывать? Ну, можно же без лжи и обмана. Но они просто не могут существовать, если не врут. Понимаете, вот настолько устроено ебаное государство, что если оно не врет, оно не существует. Им нужно каждый день выдумывать новые фейки. Хотя бы виртуально кого-то побеждать. Понимаете, там в Курске пи***ть происходит, в Волгограде аэропорт, аэродром военный расколбасили там. Пролетарский, нефтебаза горит, везде трэш происходит. Но они победили сборную Колумбии по баскетболу. Хоть какая-то радость для них. Фейковая, конечно, команда, ну а что делать?